Если бы еще написано было, какого года, кто произвел этот Форд. Как все блестит, а? Мощь. Это кино смотрели. Своим питанием. Это заказ был. Это микрофон. Ты знаешь, садились в машину, слушали через этот микрофон, на большом экране кино смотрели. Поедем кино смотреть. Канзас Патрол. Ну какие? В каких тонах? На взлет может пойти. Кеннеди Тайм. С этой стороны лучше, наверное, даже идти. Шикарный Кадиллак. Гаражного хранения, как думаешь? На этом покататься, да? По PCH до Орегона. Sorry. Тридцать первого года. Cruise Night Model A. Светкин ездит. Он тоже не будет, но поехал. С ним? Здесь крыша поднимается, здесь спать можно наверху. Это специально, это какого-то 60-50 какого-то года неизвестного, глубоко забытого. Все организовано для того, чтобы жить в этой машине. Вот стол. Стол. Вот у меня тоже стол есть. Да? Так диванчик. Да, диванчик сидеть можно. Он тебе не выглядит так симпатично. У меня не выглядит так. Но это вот раньше так было сделано. Здесь вот спать можно. Туда через люк залезаешь и там спишь. На вот этой штуке, что ли? А ну да, да. Ну, надо быть осторожным, чтобы не упасть. Что, на диване слабо поспать? Диван раскладывается. Как queen size bed получается. Туда парочки. Ну, смотри, какой. Для перевозки котов, наверное, таких. Да. Вот это шикарная машина. Да. Смотри, здесь вот, наверное, ребенка, наверное, можно класть спать. Как-то она держится здесь. 1931 года. Аппаратура. Смотри, у него какая бензонасос. Или бензобак. Шикардос. Или охлаждающая жидкость. Это охлаждающая жидкость. Я не знаю. Радиатор. Радиатор. Калифорния. Как интересно здесь все. С ремонт-контролем. Аппарат, да? Подсветочка, а? Внизу.
Club Los Barrios. Ну да, здесь, конечно, представлено большое количество разных экспонатов, но народ... Смотри на эту собаку. Такой хвостик такой. Вот это жук. Жук. Volkswagen жук. Очень модная модель. Так, цвет твоего телефона. No. Нет, нет. У меня лаванда. А, лаванда. Лаванда, кстати, бывает разных цветов. Лаванда. Горная. А. Горная лаванда. Смотри. Наших встреч с тобой. Синий цвет. Если мазан, то да. Лаванда. Старайся. Старайся, старайся, потому что YouTube не оценит, если будешь фальшивить. Смотри, какие здесь. Поставлен. Это, наверное, вообще-то электрическое, если батареи стоят. Переделано на электрический манер. Сушки. Крейзи Рокин сушки. Какие штуки у нас? А, суши. Сушки. Вот такая же машина. Вот они мои стоят. Смотри, красавчик. Целый ряд. Вот это мои вообще, вообще Volkswagen. Смотрите, в каком состоянии это все, а? В каком состоянии? Oh, please don't touch, I'm not that kind of car. Представляешь? Сколько здесь народу может посадиться? Шикарно, да? О, да, это было бы Ну мы с той стороны пойдем еще. Ну это тоже у нас скоростная машина, видишь, он ее положил на землю. Не, мне шатер нравится. А, шатерчик? Ну конечно, от солнца. Да. В багажнике, ну они продают. Сейчас все есть. Просто ты же никогда не будешь около машины сидеть рядом с ней, понимаешь? О, вот это я понимаю. Такая же, как у меня, весь аппарат. Такая же жаба. Ты что, ты не понимаешь, женщина? Фестиваль, как фестиваль. Двигатель внутреннего сгорания. Вот он. Привет, товарищ. Путешественники с гравировочкой. Oh my gosh! Yeah. Oh, somebody scribbled on that. Yeah. Знаешь, как они любят эти все машины свои? Они все одинаковые. Ну мы сейчас быстренько про. Мы уже. Не, ну и они не за сейм совсем. Какая оборонительная техника.
там, для разгона демонстрантов бронзбой или пули, что-то они чем-то стреляют. Это обычная машина полицейская. Вот это посерьезнее, конечно, они пригнали трачок. Вот Фольксваген. Но они разного составляющего, разное комплектующее, понимаешь? Одинакового цвета, а? Нереально. Yeah, I have a 2003, yeah. Same thing, but very simple, very basic, these are the basic. Вот так вот, все в миниатюре. И кухня, и крыша. Смотрите, это все раскладывается, здесь спать можно наверху. Диванчик тоже раскладывается, колонки. Здесь, не, даже не знаю что. Ну, плита. Сиденье разворачивается. А здесь, я не знаю, что здесь. Здесь ничего. Кстати, хорошая идея здесь. Ламинат положить, положу ламинатик. Призов 21, 22, 23 год. Наградные вариации. Да, людям надо похвастаться своими машинками.
BMW. Тут запарка. Беха. 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 Опс. Это мотоцикл, мне кажется, на колесах. До 60 км в час может разогнаться. Где мотор-то здесь? А сзади, как у запорожца? А это кошку возить, наверное.